Ну и снова мы здесь. Как здорово, что всегда ощущается как-то по-домашнему в Сибири. И я, честно говоря, не преувеличиваю, потому что действительно с какими-то местами. Мы много путешествуем, и нас связывают, я даже думаю, не какие-то взаимоотношения, а какая-то внутренняя связь, если хотите. Мумий-тролль привез в Новосибирск свою новую программу «Сос-матросу», написанную по легенде во время кругосветного плавания на барке седов. Первыми эти музыкальные позывные услышали жители родного для Ильи Лагутенко Владивостока в августе этого года на фестивале V-Rocks, который прошел на острове Русском. Такие гастроли – это всегда нечто большее, чем просто концерты. Проехать автобусом по стране – это прекрасная возможность найти молодых талантливых музыкантов. На стадионе выступить в 1500 тысяч раз легче, чем выступить, не знаю, в прихожей какого-нибудь незаметного клуба, а это нужно делать, потому что, в принципе, в таких выступлениях ты их крепчаешь. Да, у тебя в зале может быть один человек, но ему понравится твое выступление, он приведет друга. То, что происходит в социальных сетях, когда там, да, вам ставят вот эти лайки, нравится, не нравится, у вас там 20 последователей, 100 последователей, но пока они все виртуальные, однажды это все становится реальным. «Мумий-тролль» уже посетил около 20 городов, и впереди еще с десяток.